вспышка чесотки на центральном вокзале в Милане. Медики зарегистрировали уже более 180 случаев, и все это только среди мигрантов из Африки. Еще одного больного госпитализировали с подозрением на малярию. За последние несколько дней на станцию прибыли сотни человек. Недавно они высадились на берегу Италии и теперь следовали в другие европейские страны. Но вот Берлин на время саммита G7 приостановил действие Шенгенского договора, поэтому многие люди вынуждены ждать прямо на Миланском вокзале. Идти им просто некуда. Нет у них ни еды, ни воды. Санитарные условия также тяжелейшие. Власти города стараются предоставить мигрантам все-таки временный кров. Однако они продолжают прибывать, и мест им явно не хватает. Ситуация у нас катастрофическая. По моим подсчетам, сегодня здесь, на вокзале, в зоне ожидания, находится как минимум 250-280 человек. Тем не менее, по словам медиков, риска возникновения эпидемии все же нет. Чесотка передается только при тесном контакте и для пассажиров опасности не представляет.